авторская песня, она называется «Хорошо бы полететь». Мне поможет Татьяна Непорада. Вот, потому что когда она сочинилась, текст получился очень сложным, и Татьяна мне вот согласилась помогать сурдопереводом, чтобы лучше было понятно. Поэтому вы на меня внимание не обращайте. Да, вот так. Вот, хорошо, да. Хорошо бы полететь. Хорошо бы полететь за мечтой своей большой. Хорошо бы не болеть. Быть здоровым хорошо. Хорошо богатым быть, и карманом, и душой, быть любимым и любить даже очень хорошо. Скоро сказка говорится, ну а что в душе творится, что там будет впереди, погоди. Не уходи. Хорошо смотреть зарю, и как солнышко зашло. Я вам точно говорю, это очень хорошо. Хорошо одетым быть или бегать голышом. За буйки порой заплыть даже очень хорошо. Скоро сказка говорится, ну а что в душе творится, что там будет впереди? Погоди, не уходи. Хорошо «Дом-2» смотреть, подавив в груди смешок. Только лучше не смотреть. Вам же будет хорошо. Хорошо, когда друзья вам нальют на посошок. Ну, а если вам нельзя трезвым, тоже ничего. Хорошо найти слова и сложить из них стишок. Острова, трава, Нева. Рифма. Это хорошо. Хорошо бы подрасти. Ну хотя бы на вершок. И при этом расцвести даже очень хорошо. Сказка говорится, но что в душе творится, что там будет впереди? Погоди, не уходи. Скоро сказка говорится, но что в душе творится, что там будет впереди? Погоди. Не уходи, погоди, не уходи. Я прошу. И поскольку нас двое, мы себе позволим еще одну песенку спеть. Вдвоем. Таня, возьми микрофон. Значит, песенка называется «Подам прах дам». Ну, собственно, исполняется на ломаном французском языке. Вы уж простите нас за наше произношение.
Но она к месту, я думаю, для многих здесь сидящих. Проснулся я утром с похмелья. Была жизнь, увы, не ярка. Но вот повстречал, как видение, я вас, вас, у пивного ларька. Вы были прелестны под газом, я вас, как никто, понимал. И наши стремления блуждающим глазом сошлись на бутылке Агдам. Да-да, на бутылке Агдам. Падам, 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 я вас понимаю, мадам. Падам, 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 Агдам, хорошо утром. Падам, 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 ну что ж вы не пьете, мадам? Я сижу рядом с вами, месье Сильвопле. Что ж вам нужно, мадам? Бужуле. Бужуле? Я всю ночь, вуаля, ми пардон, под шофе, и прошу вас глоток божоле. Ну что ж вы нашли в том винище, Агдам ведь почти что портвейн, и в нем оборота в селище. Пардон, но я вас не впочтейн. Мадам, вы, конечно, кокетка, причем тут вообще бужуле? Ну, если сравнить эти две, эти хетки, то истина точно в вине. Портвейне, а не в вине. Молчали, мадам, падам, 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 когда покупали Агдам. Падам, 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 похоже, пора по домам. По домам? По домам, по домам. Посижу рядом с вами, месье Сильвопле. Дался вам этот ваш бужуле? Я всю ночь, вуаля, мой пардон, под шофе. Боже мой, где же мой бужуле? Боже мой! Падам, 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 падам. Вина вам, увы, нет. Падам. Не подам. Падам, падам, падам. Падам. Агдам никогда не предам. О, бедлам! Падам, падам, падам. Еще пару раз я подам. Но ты подам! Посижу я один, и со мной мой Агдам. Вы меня обманули. Вандам.